включайте на ТВ-7. Еженедельное игровое безумство «Ха-ха-ру». Сегодня две команды сойдутся в поединке интеллекта и юмора. И пусть победит смешнейший. Вызов приняли команда «Нотабене». Бюрешки, оливьешки! И их соперники – команда «Радио Сибирь». Новогодний Игорь! Всем привет! Это новогоднее шоу «Ха-ха-ру». Игровое шоу ТВ-формата «Ха-ха-ру». И сегодня у нас праздничная борьба. Команда «Нота Бене» и команда «Радио Сибирь». Итак, команда «Нота Бене», вы готовы дать название своей команды? Да. Итак, все вместе, дружно, по моей команде. Раз, два, три. Бюрешки, оливьешки. По моей команде бюрешки, оливьешки. Итак, бюрешки, оливьешки. Ваше активное танцевальное движение. Все готово. Бюрешки, оливьешки. Мы тоже хотели сделать. Бюрешки, оливьешки. Командир команды Александр Тимофеев. Да, ведущий новостей и главный редакции. Даяна Эверсон и Артем Паснов. Корреспонденты «Нота Бене». Анастасия Павлова, ведущая новостей и тоже главная в редакции. Поддержим команду «Бюрешки, оливьешки». Итак, команда «Радио Сибирь», вы готовы дать название вашей команде? Да, конечно. Итак, все вместе, дружно, раз, два, три. Новогодний Игорь! Новогодний Игорь! Итак, ваше фирменное танцевальное движение. Итак, команда «Новогодний Игорь», капитан команды Дмитрий Мишаков, Антон Давыдов, ведущий утреннего шоу «6 утра», Катя Высоцкая и Татьяна Волошанина, диджеи «Радио Сибирь», поддерживают команду «Новогодний Игорь». А мы переходим к первому конкурсу, который называется «Все согласны». Да. И к нашим тумбам я приглашаю капитанов команд. Поддержим их бурными бурными овациями. В этом конкурсе вам нужно будет смотреть на телевизор. На телевизоре будет название новогодних фильмов и мультфильмов, из которых убраны все гласные буквы. Остались только согласные. Ваша задача — понять по согласным буквам, что это за фильм, и дать название этого фильма. Нажимайте на кнопку, пока кнопка горит, отвечаете. Если кнопка погасла или ответ был неверный, ничего страшного. Нажимаем на кнопку еще раз и стараемся ответить правильно. За каждый правильный ответ команда получает по одному баллу. Отвечают только те игроки, которые стоят у тумбы. Участники на диванах не имеют права подсказывать. Если вы будете подсказывать, балл будет не засчитан. А фильмы или мультфильмы сейчас? Фильмы и мультфильмы. Правила понятны? Да! Отлично! Тогда по волшебной пятюне от Витюни! Вам! Погнали! Давай, давай, давай! Все, Саша, давай. Итак, первый фильм. Холодное сердце. Холодное сердце! Ты нажала? Нет, нет. Нет, но говорит, кто вот отвечает. Ой-ой-ой. Нажимайте на кнопку, нажимайте на кнопку. Я же не могу. Подожди. Да не нажми, разберемся. Даяна, пожалуйста. Как мы разберемся? Нажимай, нажимай, нажимай. Когда родители уехали. Витюнь, помоги. В смысле? Один дом. Один дом. Нет, кто говорит, он два. Давай, давай. Нажимай. Один дом. Один дом. Один дом. А я вижу, как у меня горит, что он не горит. Очень было сложно. Нет, нельзя. Участники, которые сидят на диванах, не имеют права давать. Ну давай, нажимай, нажимай. Мы самый такой вот новогодний, ну пожалуйста. Да, это не судьба. Ирония судьбы, конечно. Она не работает. Нормально все. У нас кнопки работают, не ходи дальше. Нажимай сразу за яйцо. Настя, подавай. Настя, локи, что ли? Ёлка, ёлки. Ёлки, на правильный ответ, конечно. Комментарий прошу, стоите опять на тумбах. Давай, давай, давай. Спокойно.
Ледниковый период. Ледниковый период, это верно. Я вообще не это. Не сообразила. Щелкунчик. Щелкунчик, это правильный ответ. Таня? Я уже пойду. По-моему, все рассказывают. Рич! Да! Естественно! Я тебе правильно знаю. Пожалуйста, реабилитируй. Сразу нажимай, прям сразу. Ну, ваш ответ. Что за фильм? Хроники Нарнии! Да! А я думаю, что это ваш ответ! Хроники Нарнии! Хроники Нарнии, это правильно! Снежная королева. Yeah! Давай на скорость. Трагедия. Трофей. Ну, новогодний, что там, не знаю. Подсказывайте. Телефон, Саша, звони. Что там есть у него? Что там есть? Билайн, что это? Что это, Саша? Саша, без вами. Даже лето. Трофейный Новый год. Нет. Ваш ответ! А, он сказал, тариф новогодний! Тариф новогодний! Я же нажал! И последний фильм в данном конкурсе! Так! Это у меня было! Давай говорим! Сельский рубль на Рублевке, новогодний беспредел! А у тебя есть рубль на Рублевке, новогодний беспредел! А мы готовы объявить итоги первого конкурса. Со счетом 9-5 победила команда «Новогодний Игорь». Поддержим команду «Новогодний Игорь». А мы переходим к следующему конкурсу, который называется «Веселый Санёк». Или как называю его я? Бум-бум-ба! Итак, капитан, давайте начнем с вас. Подойдите к нашей взрывной чаше. Саша, надевайте каску и очки. Правила конкурса. Вам нужно достать из чаши карточку со словом и объяснить это слово своей команде без использования однокоренных. Как только команда отгадывает это слово, вы передвигаете чашу на сторону соперника. Задача соперника повторить то же самое. Игра длится до взрыва чаши. За каждый правильный ответ команда получает по одному баллу. Если чаша взорвалась на чьей-либо стороне, то у этой команды аннулируются баллы в данном мини-раунде. Итак, правила понятны? Ага. Я не слышу! Да! Отлично! Подсказка для игроков. Слова в чаше на определенную категорию. Категория «Зима». Новый год, зима. Итак, давай, Саша. Давайте начнем с вас. Саша, зима. Быстрей. Бах! Фильм такой, каждый день, каждый Новый год смотрю. Да. Молодцы, быстрее, перевели чашу, быстрее, быстрее, быстрее. Давай, давай. Давай, пожалуйста, Саша, сюда. Быстрее, ну стой. А сам праздник. Новый год. Молодцы, быстрее, 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 быстрее. Новогодние, летние, весенние. Каникулы. Да. Молодцы, быстрее, перевели чашу. Давай, давай, давай. Ой, бухают все время его. А шампанское? Молодцы, быстро, 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 быстро. Он у кошечки торчит. Хвост. Нет, 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 от новогодней елки. Нет, у тебя такой же. Мишура. Мишура. По-другому. А вы отморезаться можно от него. Ну, дождик. Нет, по-другому. Один. Да. Молодцы, быстрее, быстрее, быстрее! Сейчас взорвется, смотри. Что там у кошки? Это когда все вместе отвечают на работе. Семья. Дима, праздник. Молодцы! Их под елкой стоят такие. Подарки. Да. Быстрее, 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 быстрее! Саша, смотри. Не надо спешить вообще. Поняли? Спешить не надо. А теперь к нашей взрывной чаше я приглашаю Даяну и Антона. Поднимите своих участников. Надевайте каску и очки. Правила вы уже знаете. Категория слов та же. Поскольку чаша взорвалась на вашей стороне, мы начнем с вас. Даяна. Поехали! Даяна, рви. Даяна. Быстрее, 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 быстрее! Нормально, у нас своя стратегия. Своя тактика, да? Можно говорить слова. Хлопушка.
Двигай. Двигай чашу, если это правильно. Можно говорить в этот момент. Да, я знаю. Мы ждем, чтобы выпить шампанское их. Аккуратно. Да. Молодцы, быстрее переливай чашу. Быстро, быстро. Бах! Владимир Владимирович. Президент. Правильно. Быстрее переливаем чашу. Мы ловим ртом иногда. Снежинки, да. Молодец, быстрее чашу. Бам! Мы в нее ходим. Баня. Баня. Отлично. Молодцы, это была баня. Поддерживаем участников. Мы готовим это, чтобы другие люди не знали. Нет, готовим им коробочки. Бах! Президент. Подарки. Подарки. Новогодние подарки. Но мы об этом не знаем. Сюрприз. Да. Молодцы, это был сюрприз. Бум! Ой. Бах! Короче, все переодеваются, когда в костюмы, и приходится... Что за слова легкие такие? Хорошие слова, быстрее! В костюмчиках такие, кружатся там. Утренник! Утренник, быстрее переключаться! Победил команда на работу, урок сняли вместе! Испугалась? Да. Ничего страшного. Я испугалась. Похудела. Молодец. Равно 300. Это очень много для меня. Теперь к нашей взрывной чаше я приглашаю Артема и Екатерину. Надевайте шашу, врачи. Правильно вы уже знаете. Слова из той же категории, поскольку чаша взорвалась на вашей стороне. Мы начнем с вас! Быстрее! Высокий, 12 часов. Быстрее! Нет бумажек больше. Холодно, когда? Мороз! Зима! Молодцы, это была зима! Бам! Вот это вот, есть еще сериал, это «Позвони мне», «Позвони», вот это, фильм, как называется? «Карнавал». Да, еще вот это вот время дня такое темное. «Ночной карнавал». Ну, вот еще. Ну, какая? Че, новогодний? Ночь. Какая? Че, новогодний карнавал? Взрывай карнавал. А ночь была. У меня следующий. Кто-то не знает, подожди. Плохой парень такой, ну, не играет. В чем Дед Мороз несет? Ну, что, молодцы, быстрее. Карнавальная ночь. А теперь к нашей взрывной чаше я вызываю финальную пару участников. Настю и Таню, поддерживаем! И по пятюнечке! Молодцы, надевайте каску и очки. Правила вам уже знакомы, категория слов все та же. Поехали! Все. Приходит, он подарки. Дед Мороз. Дед Мороз, правильно, мы с ним переливаем чашу. Новогоднее, когда мы загадываем на желание. Желание, это правильный ответ. Лепим из трех колобков. Снеговик. Снеговик, конечно, быстрее. Что ты ее пугаешь? А он всех пугает. Новогоднее, когда мы все торопимся, когда мы все ходим по магазинам. Спешка. Да. Спешка по-другому. Нет, ну... Такое слово в рот. Быстрее. Дед Мороз там по-американски. Санта Клаус, молодцы. Быстрее. По-американски. Осталось до Нового года и начинает бить кураж. Сколько времени? 12, 5 минут. Минута. Молодцы, быстрее. Бам! Настя. Все будем дети такие. Хоровод. Молодцы, это был хоровод. Хоровод. Деда Мороза. Борода, это правильный ответ. На небе. А борода... Быстрее! Деда Мороза, маленькая девочка. Снегурочка? Молодцы, это была Снегурочка! Это... Бам! Мы собирались назваться командой «Салат». Оливье! Нет, еще! Молодцы, быстрее! Последний месяц зимы. Декабрь. Молодцы, быстрее! Игорь, дай чай, Таня!
Конечно, Петюни от Петюни! Ножки не пошли. Ты зато когда ты так хорошо играла за то. Ты так вжилась, так переживала. Каравур. А мы переходим к итогам второго конкурса. Со счетом 6-12 победила команда «Пирешки-Оливьешки». Общий счет за всю игру 15-17 в пользу команды «Пирешки-Оливьешки». Далее в «Хахаруб». А мы переходим к следующему конкурсу, который называется... Не надо ля-ля. В этом конкурсе меньше слов, а больше вокала. Поскольку у нас лидирует команда «Пюрешки-Оливьешки», мы начинаем с вас. Итак, выберите человека, который будет представлять вашу команду. Очень приятно. Так, выбирайте звук. Выбирайте звук, который вам нравится. Любой. Угу, хороший выбор. Покажи-ка нам этот звук. Хрум. Мой любимый. Звук хрум. При помощи этого звука капитан команды должен будет напеть песни, которые я буду ему показывать. За каждый правильный ответ команда получает по 2 балла. Надо Итак, собраться. Правила понятны? Это конкурс. Правила понятны? Да! Правила понятны? Да! Отлично! Тогда поехали! Хрум. Ой, знаешь, плохо. Что за дома версия песни? Давай больше. Давай еще, больше Давай жизни. Самый мелодичный вышел у нас. Витюш, помоги нам. Витюш, помоги. Хрум. Мне 49 елочка. Хрум. Мамонтенка. Правильно, быстрее меняемся. Песенка Мамонтенка. Следующая песня. А звуком хрум, да? Да, звуком хрум. Хрум. Дожди, что? Ой, как у меня плохо оказывается с ритмом. Ну надо быстрее. Хрум. Ужасно, давай другую. Ужасно, я не понимаю, что это. А мы уже угадали, ребята. Все у нее нормально с ритмикой. Хрум. Слушайте, как очень сложно. Звук такой, давай попробуем вот эту песню. Очень тяжело. Очень тяжело. Нет, оставай. Нормально, давай быстрее, время. Хрум. Еще, подожди. Еще легче не становится, да? Не, вообще нет. Не понимаю, давай попробуем вот эту песню. Я не знаю, я 94-го года рождения. Зимняя вишня. Зимняя вишня, правильно, быстрее меняемся. Это очень сложно. Саша, что там? У меня был Артур Пирожков, еще что-то. Ну классно же, ты что? Что за песня? Хрум. Папа по Ленинграду. Хрум. Черный бумер, подожди. Давай другой попробуем. Что такое, блин? Песня дальнобойщика. Опять. Я не понимаю, что такое с этими песнями, с этим звуком. Хрум. Нет, похожая песня. Я тоже, Лев. Да. Я свободен, правильно, быстрее. Настя, пожалуйста, Настя. Лепс. Настя, что за ужас? Что это? Вот эту знаешь. Хрум. В детстве будет. Маленькая елочка, правильно. Хрум. Молодцы, Ленинград, поддержим команду «Пюрешки-Оливьешки». Прозвучал гонки, это финальная песня. Это очень сложно, не зашло вообще. С хрумом очень тяжело. Клевая новогодняя песня. Я свободен. Семья ушла тогда? Да. А теперь на нашу вокальную сцену я приглашаю команду «Новогодний Игорь». Итак, кто будет представлять вашу команду? Нас будет представлять Игорь, Антон. Антон, пожалуйста, выходите ко мне. Итак, выбирайте карточку, которая вам нравится. Тыц. Отличный выбор, звук цып. При помощи этого звука вы должны будете напеть песни, которые я буду вам показывать. Итак, правила понятны? Да! Отлично, тогда поехали. Напоминаю, звук цып.
Цып-ц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 ып-
цып-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 ц
цып-цып, цып-цып-цып, цып-цып, цып-цып. Может, с припевом сразу? Я не беда на бурной. Цып-цып. Нет там припева. А поговоришь, что песня нормальная. Цып-цып-цып. Цып-цып, цып-цып, цып-цып-цып-цып. Давайте попробуем другую песню. Давай другую песню, ты не понимаешь. Цып-цып-цып, цып-цып-цып, цып-цып-цып. И у нас меня, и у нас меня. Три белых коня, правильно. Конечно, следующая песня. Не знаю такую песню. Это тоже не знаете? Знаю. Не знаю, как начинается. Вот эту. Цып-цып-цып-цып. Цып-цып-цып-цып. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Погода в доме, конечно, Долина. Пожалуйста, следующая песня. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Мамонтенка песня. Песенка Мамонтенка. Вы вдвоем будете? Да. Цып-ц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 ып-
Делай раз, что-то. Спасибо. Садись, Лена, хватит. Это Алсу. Алсу. А песня? Зимисон, конечно. Нет, это нереально. Это неправильный песня. А он мне говорит, баса, я спой басу. Цып-цып. Ну, как я же понимаю? Я знаю, что... Ну, там цып-цып-цып-цып-цып-цып. А мы переходим к итогам третьего конкурса. Со счетом 14-10 победила команда «Новогодний Игорь». Общий счет за всю игру 29-27 в пользу команды «Новогодний Игорь». «Новогодний Игорь» отразили это сегодня движение! А мы переходим к следующему конкурсу, который называется... Конечно. Чужие руки. Итак, кают чужие руки, шепчут тебе, ну! Что ты одна, ты одна такая, самая такая в моей сердце. Мы начнем с команды «Новогодний Игорь». Итак, выберите двоих участников, кто будет представлять вашу команду. Антон и Катя. Антон и Катя, пожалуйста, выходите ко мне. Поддержим участников. Давайте. Кто быстрее из вас покажет букву F? Давайте. Оп, Катя, молодец. Катя, ставь букву F. А Антон, просовывайте руки в данные ручные отверстия. Итак, ваша задача при помощи жестов и мимики объяснить своей команде те слова, которые я буду вам показывать. Нельзя употреблять звуки и слова.
может только мимику и жесты. Хорошо? Окей. А вот употребил уже. Просто кивнуть надо, правильно. Итак, правила понятны? Да! Правила понятны? Да! За каждый правильный ответ команда получает по 2 балла. Подсказка для вас. Все слова будут на букву Ж. Итак, поехали. Жизнь. Жало. Жириновский. Жуй. Жевать. Жвачка. Это существительное. Жесть. Без слов и звуков. Жаба. Чего, жалит? Нет. Давайте попробуем Жает. Другое слово. Давайте другое слово. Жует. Жаба. Пьет. Жажда. Жажда, правильно, конечно. Следующее слово. Живот. Правильно, живот. Запись. Печать, это что это? Дальше. Жук. Жук, правильно. Жало куда-то. Жало, конечно. Ваша любимая. Жаба, жаба. Конечно, это была жаба. Жонглёр. Жонглёр. Жать. Журавль. Журавль, правильно. Жакет. Жилет. Жилетка. Жилетка, правильно. Журнал. Журнал. Жамкать. Жвачка. Жвачка. Жизнь. Разрешал вам. Давайте поддержим команду. Новогодние игры! Жара, правильно? Мы засчитали, да? Жара была, вот засчитали. Не, ну хороши, хороши. А мы переходим к команде пюрешки-оливьешки! Итак, кто представляет вашу команду? Даяна и Артём. Даяна и Артём, пожалуйста, выходите. Артём. Итак, быстренько показали Бугуев. Бугуев, быстро! Даяна, молодец. Так, руки вышли на отверстие. Проверим ручки. Проверим ножки! И мимику! Мимику! Отлично! Подсказка для участников. Все слова будут на букву З. Итак, поехали! Что? Замерз! Зима! Зима! Зима, молодцы! Следующее слово. Замужество! Где? Без слов и звуков, правильно. Желание. З. А, З, звезда. Солнце покажет. Не говорим без слов и звуков. Зной. Загар. Загар, молодцы. Зуб. Зуб. Зеркало. Забег. Змея. Без слов и звуков, я повторяюсь. Ходок. Здание. Завод. Забор. Ну еще. Ты что, замок. Правильно, это был завод. Заяц. Заяц. Заколка. Молодцы, как много слов вы знаете. Подмышка. Цвет зеленый. Что? Ручи, руки в ручное отверстие. Еще не понимаю. Заяц. Без слов и звуков. Давайте следующее. Давайте следующее слово. Звезда. Как вы это поняли? Земляника. Поддержим участников. Ну что вы? Что? Как? Что? Я не понимаю. Без слов и звуков. Вот. Без слов и звуков. Следующее слово. Прозвучал гонг, поддержим команду Пюрешки Оливьешки. Забор, это был забор. Забор? Да. Не, ну вы молодцы, правда. Забор, когда мы отгадывали здание. Вообще, да. Ну, замок был. А, замок. А, замок это учти. А мы переходим к результатам четвертого конкурса. Со счетом 24-26 победила команда Пюрышки Оливьешки. 53-53. Пюрышки победили.
53-53, ничья! Вот это был вопрос финального раунда! Как волнительно! На ничье-то играть! Далее в Хахаруб. Проедем, шеф! А это получается бордерка по-другому? Лес. А только он такой весь, вот как в книжках написано. Книжка Пушкин писал. Пушкин писал что? А мы переходим к финальному конкурсу, который называется... Куда едем, шеф? Итак, поскольку у нас ничья, мы начнем с команды Пюрешки Ариешки! Пюрешки Ариешки! Итак, кто будет водителем от нашей команды? Капитан, пожалуйста, Саша, присаживайся на стул. Привези нас куда надо, Саша, пожалуйста. Теперь узнаю, где что-то. Кепка для вас. Да, кстати, да. Кепка для вас. Чуть-чуть давайте развернемся все-таки лицом к камеру. Кепка для вас, руль тоже для вас. Ваша задача постоянно крутить руль и спрашивать, куда едем, шеф? Вы являетесь пассажирами, подбегайте к вашему водителю, смотрите на экран. На экране будет место назначения, которое нужно вам объяснить нашему водителю. После того, как водитель понял, куда нужно заехать, вы возвращаетесь на место и выходит новый участник. За каждый правильный ответ команда получает по 5 баллов. Итак, правила понятны? Да. Не слышу! Да! Отлично, тогда волшебный Петюни! Волшебный Петюни, быстро! Погнали! Петюня! Все, Витя, все. Быстрее! Куда едем, шеф? Такой городок в России. Дед Мороз там еще. Устюг, Великий Устюг. Великий Устюг, правильно, там, рядышком с мэрией. Следующий. Куда едем, шеф? Площадь. А, нельзя, да? Театральная? Меняемся, другое место. Объясняй. Куда едем, шеф? Картины висят в галерее. Какая? Третьяковская. Молодцы, быстрее. Куда едем, шеф? А это получается бордерка по-другому? Лес. А только он такой весь, вот как в книжках написано. Книжка Сосновой. Пушкин писал что? Произведение. Вот здесь получается... Детям что читают? И вот получается... Сказочный лес. Да. Сказочный лес, правильно. Быстрее. Будем там тусить под живую музыку. Дискотека? Не совсем. Концерт, правильно. Быстро едем, шеф. Очень мало времени. Санкт-Петербург. Другое. Почти. Песня еще была такая. Ленинград. Ленинград, это правильный ответ. Куда едем, шеф? На коньках мы такие... Все понял. На коньках, значит, это... Лед, да. Каток. Молодцы, это был каток. Куда едем, шеф? Мы всей нотой, всем югом Сибири поедем, будем развлекаться. Корпоратив. Корпоратив, конечно. Куда едем, шеф? Давайте следующее, пожалуйста. Следующее можно? Я не вижу, что он там вообще едет. Ну, объясняй! Прозвучал гонг, пойдем на команду Пюрешки Ариешки! Вообще, ну просто так! А что это было? Хахаруб! Приехали! Это было по городу! Лапландия была! Лапландия, никак это объяснить! Лапландия? Я думала, вообще не существует ее! Теперь за руль нашего такси приглашаю команду «Новогодний Игорь». Итак, кто будет представлять вашу команду? Капитан, пожалуйста, присаживайтесь на стул. Фуражка для вас. Привет, Машечка. Руль тоже для вас. Правила вы уже знаете. А, слышал. Да, знаете правила? Да, отлично, давай Петюню быстренько. Бам, и вы тоже, поехали. Куда едем, шеф? Настя, смотри. Такой... Вообще непонятный адрес какой-то. Ну, зимой, короче, там. Следующий. В Москве центр самый вот. Молодцы, быстрее меняемся. Куда едем, шеф? Там, короче, у нас в Красноярском крае катаются на лыжах. Висячий камень. Нет, ну, поближе, на лыжах, на борде кататься. Ергаки! Куда едем, шеф? Покупаем для украшений. Магазин! Для украшений. Елочный базар! Да! Правильно, елочный базар! Куда едем, шеф? Короче, покупаем эти памятные такие. Нет, памятные вещи приходим. Антиквариатный магазин. Нет, памятные вещи. На память привозим, короче, из командировки. Сувенирный магазин. Но не магазин. Лавка сувенирная. Молодцы, сувенирная лавка! Куда едем, шеф? Ты сына своего приводишь, там елка и волос, а как это называется? Новогодний утренник. Утренник, правильно, быстрее меня. Куда едем, шеф? Прямо сейчас вот мы здесь уже. Давай сюда приедем. Телевидение. Нотабена. Хахаруб. Хахаруб, правильно, быстрее. Бегают по кругу спортсмены, короче, там. Стадион. Отлично. Куда едем, шеф? Правильно.
Правда, мы поддержим команду «Новогодний Игорь»! Охватило-то, не нудило. Дорогие друзья, сегодня в нашей студии творятся по-настоящему новогодние чудеса. И впервые в истории нашего шоу у нас получилась ничья! Играть в хохоруб можете и вы. Собирайтесь с семьей, друзьями, коллегами, выбирайте удобное для вас время и записывайтесь по телефону 213-112. А также подписывайтесь на наш инстаграм «Хохоруб». У нас есть всегда крутые новости специально для вас. Новый год! Встречайте, специальный год! Анастасия Юхова, Федоровский Сибирь, Суперстар 2020 с новогодней песней! Давай, Настюха, забирай!